Привет всем, это канал Hot Sam. Сегодня я буду менять щетки своей дрели. Вот у меня есть новые. Дрель я покупал несколько лет назад. Щетки ни разу не менялись. Эти щетки шли в комплекте. Поэтому я хочу разобрать, проверить состояние старых щеток. Ну, если необходимо, заменить их на новые. Если у вашей дрели упала мощность, или вы почувствовали другие изменения в работе инструмента, возможно, стерлись щетки. Поэтому состояние щеток не помешает проверять, даже когда все в порядке с инструментом, для того, чтобы он не подвел вас в самый важный момент. Итак, для замены щеток необходимо разобрать дрель. Для начала открутим крышку редуктора с патроном. Это 4 болта. Вот болты откручены. Заодно проверяем наличие смазки в редукторе. Далее необходимо вскрыть корпус дрели. В моем случае необходимо открутить 9 болтов. В разных моделях может быть разное количество. Ну вот, болты раскручены. Корпус открывается с помощью отвертки, которую нужно поддеть в щель. И вот, собственно, внутренности инструмента. Теперь необходимо проверить состояние щеток. Аккуратно отверткой достанем держатель, в котором находится щетка. Придерживая его пальцем, чтобы она не выскочила. Вот так. Ну и в принципе уже можно оценить состояние щетки. Сейчас отсоединим контакт. Ну и вот, смотрите, после нескольких лет, где-то года 3 эксплуатации в бытовых целях, щетка даже, я скажу, больше, чем запасная. То есть, значит, изначально они были еще длиннее. Ну, это говорит только о том, что менять их еще рано, и они еще послужат довольно длительное время. Разу щетку менять не обязательно, значит, мы собираем все назад, вставляем ее в держатель, ставим на место. Зажимаем пальцами и вставляем аккуратно на место. Все. Заодно проверю состояние второй щетки, раз уже забрал. Так же самое, аккуратно поддену и достану держатель. Ну, ничего удивительного нет в том, что тут такая же самая большая щетка. Ну вот, старые щетки вставлены назад, новые запасные откладываются еще на неопределенный срок. Теперь в том же порядке все собирается на место. Можно смазать шестеренки. Ну и все, в принципе. Спасибо за просмотр. До встречи в следующем видео.